христиане разных конфессий, разного духовного возраста, с разным цветом кожи, они ищут Бога. И это правильно. Однако есть что-то, что многие из нас, ищущие Бога, пропускают. Односторонние поиски Бога, они очень утомительные и непродуктивные. Односторонние – это когда ты ищешь кого-то, кто не ищет тебя. Однажды Иисус, когда разговаривал с женщиной, возликовался, сказал ей очень важную истину, которую мы забываем. Это от Иоанна, можно прочитать, 4 главе, 23-24 стих. «Но наступит время, и уже наступило, когда истинные поклонники будут поклоняться Отцу в Духе истины». Теперь внимание. Потому что именно таких поклонников ищет себе Отец. Ищет. Можно искать Бога, а можно стать кем-то, кого Бог ищет. Можно всю жизнь мы находим, теряем. Сегодня мы в духе, завтра мы в плоти. Сегодня мы на высоте, завтра мы в самом низу. Вот, горки. Как только мы становимся поклонниками, я не о пении сейчас говорю, как только мы становимся поклонниками, Бог, естественно, приходит в нашу жизнь и находится с нами очень близко. Я знаю, вы мне сейчас скажете, Бог живет внутри нас, я о другом сейчас говорю. Бог может быть внутри нас, но мы можем от Него быть далеко, за тысячи километров. Я говорю о реальности Бога в нашей жизни, о реальности. Что мы могли сказать? Филипп, ты видел и слышал. Чтобы Бог не просто неведомо жил у нас, а Бог жил через нас, говорил через нас, действовал через нас. Мы об этом говорим. Односторонние поиски Бога непродуктивны. Потому что мы всегда делаем что-то не так. Мы всегда делаем какие-то ошибки. Мы понимаем, мы встаем. Мы ищем, мы горим, мы потухли, опять горим, опять потухли, мы ищем, отступаем, приближаемся, отдаляемся, и это постоянно. Однако Бог ищет по земле поклонников. Как только мы поймем, чем же можно действительно коснуться Бога, так, чтобы Он сам следовал за тобой по пятам, чтобы Он сам все делал в твоей жизни, я должен быть поклонником, по-другому не получится. Искатели Бога ищут Бога, поклонники нашли Бога. И Бог нашел их. Вот пять, просто можете себе пометить где-то. Пять сфер, как ты можешь показать, что ты поклонник. Где ты можешь проявить свое поклонение. Первое. Неважно, какой последовательности. Это твое пение, конечно же. Мы читали, исполняйте с духом, как? Когда вы поете. Первое, ты можешь показать, что ты поклонник Божий. Конечно, через твое пение, через твою хвалу. Хвали, поклоняйся Богу.
поклонник – это почитатель. И не может быть так, чтобы ты почитал его и не благодарил его. Не может быть такого. Это вот естественно. Это естественно. Ты сядешь где-то. Слава тебе, слава тебе. Ты достоин. Это естественно. Это естественно, потому что ты поклонник. Ты кого-то почитаешь. Дальше. Молитва. Через молитву мы показываем Богу, поклонники мы или нет. Когда мы Его Слово, оно для нас очень важное, и мы в молитве, Его план, Его Слово, мы говорим, да будет Твоя воля. Ты хочешь это, да будет Твоя воля. Ты говоришь вот это, пусть это будет. Пусть это происходит. Знаете, молитва поклонника отличается. Искатели Бога, они говорят, Господь, где ты? Господь, приди в мою жизнь. Господь, сойди. Господь, я ищу тебя. Поклонники нашли Бога, потому что Бог сам ищет их. Как только ты начинаешь жить поклонник, Бог находит тебя, он тебя не оставляет. Он просто очень рядом. Настолько рядом, что ты, твоя молитва становится такой, о, Господь, ты здесь. Господь, я слышу тебя четко. Господь, что ты хочешь, чтобы я делал? Вот это. О, я пойду, это я сделаю. Твоя молитва потом изменяется, потому что Бог для тебя становится реальным не по исповеданию, а по факту. Ты тогда просто его слышишь по факту. Водительство по факту. Созерцание по факту. Молитва это было второе. Третье. Это твое служение другим. Для Него и ради Него. Вы знаете, для Него несложно служить. Если Он что-то говорит вам делать, для Него вы это сделаете. Но сложно ради Него делать. Служить другим ради Него. Он сказал, прощать нужно другим. И ради Него мы это делаем. Ради Него мы идем, встаем и служим. Ради Него мы отдаем деньги, которые нам тоже нужны. Ради Него мы идем туда, где другие не идут. Ради Него. Как родители ради своих детей что-то делают ради своих детей. Как любимый человек делает что-то ради своего человека. Поэтому служение ради него и для него. Дальше. Четвертое. Причастие. Вечеря. Вы знаете, можно вечерю проводить формально. Отломить кусочек хлеба. Выпить свой глоток и сказать, это было вечеря. Это было не вечеря. Это такой поклонник, это почитатель Бога. Это когда ты сел, у меня будет вечеря с Богом сейчас. И ты берешь стакан сока, ты берешь много хлеба, и ты сидишь. Иисус, Иисус, Иисус. Спасибо тебе, что ты сделал для меня. Спасибо, я бы умер без тебя, Иисус, Иисус. То есть ты ужинаешь с Ним, проводишь вечерю с Ним, ты пьешь эту чашу, Иисус. Как много ты явил мне милости, Иисус. Как много раз, когда я заслуживал хорошие трепки, ты являл мне милость. О, Господь, как много раз, когда я был совсем плохим, а ты мне улыбался, и ты сидишь и наслаждаешься вечерей. Ты проводишь ее с Ним. Иисус с учениками, они сидели за столом, они не просто, знаете, на углу встретились, достали с пакета кусочек хлеба, что-то там выпили с собой бутылки, откусили и разбежались по углам. Они вместе проявляли хлеб, они вместе кушали. У них был разговор, общение. Поэтому у поклонников отличается вечеря. Да, есть вечеря общая такая, но у них есть своя вечеря. И может у вас уже идеи куда-то появились, идеи уже появляются, да? Делайте это, закройтесь дома. Возьмите хлеб, возьмите сок и вечеряйте. Беседуйте с ним. Вот это вот Бог ищет поклонника. И кто знает, что пятое?
Я не знаю, тоже забыл. Ой, извините. Общение, я забыл общение с Богом, самое главное. Ну, оно просто все обобщает и включается. Поэтому и пятое, где можем показать, что мы его поклонники, это у нас есть время общения с Ним. Ну, специально, только с Ним. Это можно все объединить одним словом. Все четыре поместить в общение или... Ну, я это как один вижу отдельный пункт, когда ты показываешь Богу, давая Ему время на то, чтобы у нас было общение. Ты все смотришь на руки? Да, Бог тебе помазал, точно. Ох. Пару минут, скажем Ему слово благодарности. Можете закрыть свои глаза. Вот пусть никого не будет рядом. Просто скажите Ему что-то, не то, что, может, вы делали всегда, но то, что лежит действительно в вашем сердце сейчас. Он ищет поклонников. И настоящее поклонение – это не красивая песня с микрофоном. Настоящее поклонение – это образ жизни. Ты живешь ради кого-то. Ты живешь, чтобы угодить Ему. Потому что ты понимаешь, что ты погибнешь без Него. И тогда тебе не нужно словарь хвалы. Твоя хвала, она вырывается из тебя, потому что ты понимаешь, кто ты без Него. Поэтому тебе нужно заставлять молиться. Эти слова, они сами выходят из тебя. Ты говоришь Ему то, что действительно в твоем сердце. Господь, ты велик. Господь, где бы мы были без Тебя? Мы не хотим просто что-то делать, говоря, что мы любим Тебя. Мы хотим быть поклонниками. И дела поклонников говорят громче, чем слова. Большое Тебе спасибо, что Ты ежедневно участвуешь в моей жизни. Большое Тебе спасибо, что милость приходит ко мне каждый день Твоя. Большое Тебе спасибо за то, что многие ошибки, они не мешают Тебе любить меня. Большое спасибо, что Ты избавил меня от проклятий, и я вошел в благословение Авраама. Я благодарю Тебя, что я живу под благословением. Благодарю Тебя, что снято с меня грязное одежда. Ты назвал меня праведником. Я благодарю Тебя за то, что дом праведника будет стоять вечно. Благодарю Тебя, что дети праведников, они размножатся. Я благодарю Тебя за то, что Ты благословишь мою семью и семью моих потомков. И на доме праведника, на главе праведника благословение. О, спасибо, как много Ты дал мне. Спасибо, как много Ты работаешь и будешь работать надо мной. Спасибо, что я есть у Тебя. Спасибо, что мне не нужно Тебя чем-то ублажать, восхищать чем-то. Ты восхищен мною. Ты удовлетворен мною. Ты рад, потому что я есть.
И этого достаточно. И твою любовь никто не отнимет. Аминь. Я хочу помолиться о вас сейчас. Положите свою руку на свое сердце, если вам не сложно. Потому что это связано с сердцем. Это невозможно в мозгах своих просто сценировать. Это невозможно просто прочитать, выучить что-то как урок. Это все сердце. Это все из сердца. Господь, вот мое сердце. Я очень хочу, чтобы это было сердце поклонника. Поклонника, которого ты ищешь. Я прошу за это сердце, из которого исходят и доброе, и злое. Я прошу за это сердце, чтобы ты его полностью изменил. Я ожидаю исполнения этого обещания, которое ты дал, что я возьму из них сердца каменные и вложу сердце живое. Я принимаю исполнение этого обещания в моей жизни. Мое сердце, пусть оно будет живым. Живым. Во имя Иисуса Христа. И свою славу. Я вижу этого поклонника. Он живет в Киеве. Я вижу, где он живет.
сердце. Я вижу это, как это поднимается ко мне на небеса. Смотрите, дай моих поклонников, смотрите, вот они. И я люблю славу свою среди них. Да, Господь, я этот человек. Я этот человек. Во имя Иисуса. Я разрушаю всякую религию в моей жизни. Я разрушаю всякую теплоту. Я разрушаю все то, что делает меня ненастоящим. Во имя Иисуса. Пусть всякие маски будут сняты с моей жизни. Я провозглашаю. Моя жизнь принадлежит Богу. И в заключение я хочу напомнить вам, что Он спас нас не для того, чтобы мы жили. Написано, Он спас нас, чтобы мы теперь жили для Него. Господь, да не будем мы забывать, что мы были спасены для того, чтобы жить для себя, а жить для Тебя. Откройте. Матфея 15 глава, 22 стих. Эта тема настолько важна, что я считаю, нужно проповедовать хотя бы раз в месяц, разочек, чтобы мы перешли от веры к великой вере. Я буду читать. Там к нему с плачем подошла местная женщина-хананьянка и стала кричать: «Господи, сын Давидов, сжалься надо мной! Моя дочь одержима демоном и ужасно мучается!» Иисус не отвечал ей ни слова. Тогда его ученики стали просить: «Отошли ее, а то она идет за нами и кричит!» Иисус сказал женщине: «Я послан только к заблудшим овцам Израиля». Давайте остановимся. Представьте, вы пришли с верой, что Иисус поможет вам, что Иисус ответит на вашу нужду. И Он вам не отвечает ни слова. Вы слышите, ученики упрашивают Его, чтобы Он отослал вас, чтобы Он избавился от вас. О, хорошие ученики. И Иисус удовлетворяет в конечном итоге просьбу учеников и говорит вам: это не для вас. Сегодня ты не получишь этого. Как бы вы поступили? Да, вы все читали эту историю, и вы можете сейчас много рассказывать мне, что нужно вот так делать. Такое может случиться с каждым из нас. Что-то подобное. Кто-то действительно в таких ситуациях обижается на Иисуса. Или на его учеников, кто вам служит. И уходят домой с осуждением. Кто-то, они говорят: хорошо, если сам Иисус сказал, что это не его воля, я просто ухожу домой. Я просто смиряюсь с ситуацией. Кто-то, он скажет: почему? Иисус, я верил. Вы думаете, эта женщина не верила? Она потом и пошла просить Его, потому что она верила, что Он может помочь. Многие из нас употребляют веру, чтобы что-то получить. И вот некоторые в такой ситуации скажут: Иисус, почему? Неужели у меня не было веры? Но у меня же была вера, почему ты не ответил? Я читаю дальше, 24 стих. Женщина подошла и поклонилась Ему. Смотрите, Он ей сказал: нет. Это не для самарян, это только для израильтян. Женщина подошла и поклонилась Ему: Господи, помоги мне! Иисус ответил: нехорошо будет брать хлеб у детей и бросить собачкам. Да, Господи,
ответила женщина. Но ведь и собачки едят крошки, которые падают со стола хозяин. Тогда Иисус сказал ей: женщина, у тебя великая вера. Пусть будет так, как ты хочешь. И в тот же час ее дочь исцелилась. Вера, когда встречается с трудностями, или затухает, или воспламеняется в великую веру. Что-то произойдет с твоей верой, когда столкнешься с отказом. Что-то произойдет, когда ты не получишь. Что-то произойдет, когда тебе не полагается получить. Что-то произойдет, когда ты не имеешь на то права что-то получить. Я не говорю сейчас только в контексте исцеления. Все, что угодно. Любая вещь. Вера, столкнувшись с сопротивлением, она или затухнет, или она, наоборот, возгорится в великую веру. Великая вера – это неотступная вера. Великая вера – это вера, которая не отступает и хватает возможность, пока она есть. Что сделала женщина? На самом деле Иисус действительно ей отказал. Она действительно не еврейка. Она действительно не имела тогда возможности быть исцеленной. Если Иисус что-то сказал, значит, Он сказал. Женщина схватилась за эту возможность. И благодаря великой вере она взяла то, что ей не предназначалось. Вы слышите? Многие из нас, мы грешим. Многие из нас, мы делаем неправильные вещи с деньгами. Мы поступаем неправильно с людьми. Мы находимся в непослушании. Многие люди находятся в непрощении. Многие люди находятся в разных плохих вещах, которые от нас удерживают многие благословения. И я вам скажу, это правда. Благодаря великой вере можем перешагнуть через все это и получить то, в чем мы нуждаемся. Иисуса восхищает великая вера. Потому что Он, видя вас, Он понимает, что вы плохие. Потому что, не потому что вам так хочется, потому что вы в такой ситуации сегодня. Вы пропустили какой-то урок школы, и вы не сдали этот экзамен, потому вы еще не простили кого-то. Он понимает, Он не смотрит взглядом осуждения, он смотрит взглядом сострадания. Он понимает, что вы просто юны, вы от детства своего, от незрелости своей сделали эту плохую вещь. Он понимает, потому он без суда смотрит, и он готов помочь, но ваше состояние вам мешает принять. А он готов помочь. Вот почему грешников исцелял без проблем. Поэтому великая вера помогает нам перепрыгнуть через горы, которые мы сами выстроили между нами, и преуспеванием, исцелением, освобождением. Великая вера помогает нам пройти туда, где мы не можем естественно пройти. Вы поняли, в чем выражается великая вера? Это неотступность. Это решительная неотступность взять это, если есть на это возможность. Пока есть возможность. Я вам скажу так, большинство людей сегодня, они очень скромные и культурные. Они просто ждут. Но Библии Иисуса постоянно окружали ненормальные люди. Люди, которым были все равно всякие законы и принципы человеческие, которые нарушали все правила. И они получали то, что просили у Иисуса. Кто-то сегодня должен получить откровение. Пока нормальные люди ждут и думают. Ненормальные хватают и имеют свои чудеса. Вот эти двое слепых, которые шли в сторону за Иисусом и кричали. Они же потом все в дом зашли к Нему. Это же нормально. Нормально ходить в дом к чужому человеку без приглашения.
женщина, которая захотела прикоснуться к Иисусу, толпа теснила Иисуса. Мы должны представлять, это сотни, может быть тысячи, просто толкали Иисуса, невозможно было пробраться. Как эта больная женщина, которая 12 лет болела от потери крови, как она могла туда пробраться? Это нужно быть нормальным человеком, чтобы поползти среди ног людей по пыльной дороге, чтобы прикоснуться к кисточке одежды. Кисточка была на крае, на нижнем крае одежды, его хитона. Можно было дотронуться только, если ты на самой земле. По-другому ты никак не дотронешься. Если вокруг тебя стоят люди, можно вас? Это нужно видеть. Ну, быстренько, быстренько. Вот они меня закрывают, закройте меня. Попробуйте дотронуться отсюда, вот отсюда попробуйте дотронуться к нижней кисточке на крыльной одежды. Никогда не дотронетесь. Только если вы там в пыли между ног проберетесь. Спасибо, ребята. Это же нормально. Нормальные люди не полезут в такую толпу, тебя расставят. Тебе руки оттопчут. Это нормально, когда четыре мужчины затащили своего больного, парализованного друга на крышу, разобрали крышу в доме, где полно людей, где Иисус сидит, на них сыпется эта грязь. Какие нормальные люди это могут сделать? Только ненормальные такое могут сделать. Только вы только представьте, что там происходило. Это же не просто какое-то культурное, знаете, открутили какую-то крышку. Они просто разбирали этот хлам, сыпался на людей сверху, на Иисуса. Какие нормальные люди такое делают? А в Артемии все нормальные слепые сидят и просят денег. И он начинает орать. Сын Давидов, помилуй меня. Мы все молчи. Никто не мог его успокоить. Ненормальные люди. Да они как раз нормальные. Вот как раз они и получали чудеса. Я сейчас скажу что-то очень важное. Не все слепые были исцелены в Израиле во время хождения Иисуса. Но те слепые, которые были ненормальными, которые преследовали его, те исцелились. Не все глухие, не все слепые, не все калеки во время Иисуса стали здоровыми. Но те, которые попадались ему на пути, те, которые хватали его, те, которые положили под его ноги, те, которые догоняли его, те, которые кричали помилуй, все получили. Библия описывает, каждый ненормальный человек, ну, там не написано слово ненормальный, но которые поступали ненормально, они не были культурными. Другие культурные были, да не кричи, да не кричи. Успокойся, Бартимей, хватит орать. Ученики были нормальными, Иисус, отпусти. Отошли ее, сколько она кричит, идет за нами, отпусти ее, отошли ее. Слово отошли означает, вообще избавься от нее. Может быть, они нормальные? Я бросаю вам сегодня вызов. Лучше быть ненормальным в вопросах веры и получить свое чудо, чем оставаться нормальными больными. Многие из нас такие, знаете, интеллектуалы, такие аристократы, такие культурные, что мы должны голос, бывает, боимся поднять, чтобы молиться. Иисус ответил каждому, кто проявил великую веру, независимо, какой он был грешник. Я сегодня вам говорю добрую новость. Независимо, сколько у вас грехов или проблем, когда Иисус видит великую веру, это касается его сердца. Он отвечает каждому, кто прикасается к великой вере. Показывайте Иисусу великую веру, если она у вас есть. Проявляйте ее. Потому что вера, она переходит или в состояние ничего, или в великую веру. Добивайтесь этого. Добивайтесь. Проявляйте великую веру на каждом собрании, где бы вы ни были. Я вам покажу, как это делать. Очень просто. Я через минуту закончу. То, что это послание. Но хочу, чтобы вы поняли самое главное. Великая вера. Это не просто какое-то вдохновение внутри. Где ты просто решил для себя. Великая вера. Это определенное действие, которое выходит за рамки чего-то обычного, культурного, комфортного. Что такое великая вера? Это когда идет призыв. Кто хочет исцеления? Выходи вперед. Иди, Бог тебя исцелит. И ты видишь, что кто-то так вяло идет по проходу. Ты обгони этого человека и займи вперед его место. Немногие сегодня
на собраниях такие ненормальные, чтобы бежать в зале, занимать место. А потом они стоят в конце очереди и говорят, за меня даже не помолились. Бежать надо было быстрее всех. Когда только призыв, сейчас кто хочет, выходите, надо лететь. Стать впереди, чтобы помазанник, пока он еще не устал, не падает с ног, со свежими силами, больше всего за тебя помолился. Я заметил, когда ты стоишь в первой линии, за тебя больше помолятся. А когда ты в конце, уже люди уставшие, так уже. Это не значит, что ты не исцелился, но ты хочешь исцеления или что ты хочешь? Тогда хватай его по полной программе. Когда призыв идет, начинайте взывать, начинайте просить, чтобы Иисус вас исцелил. И ты слышишь, кто там ори. Я вам скажу, это правда. Надо быть ненормальным в вере. Нужно как сказать, ну ладно, ты приукрашиваешь. Как раз наоборот. Вот тот, кто кричал в Артемии, вот того и услышал Иисус. А кто молча сидел там и думал, что он на нас посмотрит, а мы вот такие вот, мы ж слепые, он увидит, подойдет, ему станет жалко нас. Ему стало жалко того, кто орал. Друзья, так вот так вот и вера проявляется великая. Понимаете, обычная вера, это вот она. Да, хочу, да, ну хорошо. А великая вера, я мне говорю сейчас о сегодняшнем собрании, говорю, вообще говорю, это ненормальные люди, но они получают всегда от Бога. Да лучше стать таким ненормальным, чем оставаться нормальным. Вот я хочу быть ненормальным в вере. Скажи кому-то, тебе лучше быть ненормальным в вере. Но тебе лучше. Когда вы слышите, идет молитва в зале, и человек Божий, он говорит, сейчас исцеляется опухоли, сейчас исцеляются суставы, сейчас исцеляется сердце. Знаете, кому-то это может быть и не надо. Кто-то может на это и аминь не скажет. Но если у тебя есть болезнь, ты должен сказать, я беру это, Господь. Я беру это. Это вера. Вот она не действует просто так. Это не умственное соглашение. Она и проявляется в том, что кто-то кричал, кто-то бежал, кто-то хватался, кто-то в дом заперся, кто-то крышу разобрал. Вот в чем проявляется великая вера. Кто-то кусок рубашки оторвал. Есть история, да, когда оторвали кусок рукава в рубашке. У меня хорошая рубашка, пожалуйста. Не-не-не, я понимаю, вы не настолько ненормальные, вы же нормальные люди. Вы просто спокойно сидите и тут... Да, аминь, хорошо, заканчивай быстрее, мы хотим домой кушать пиццу. В том-то и дело, мы слишком культурные стали в отношении чудес. Слишком культурные. Вот эти дикие люди, прокаженные, которым нельзя было в город входить. Нашел Иисуса, пришел, упал к его ногам. Друзья, вот они все получили, ну все вот эти странные люди, каждый ушел с чудом. Давайте будем странными. Давайте будем странными в вере. И когда за вас помолятся, вот сегодня будет молитвенная линия, на вас возложат руки. Не ждите, чтобы человек вам сказал, ну, если вы исцелены, если вы хоть что-то почувствовали, хоть какое-то улучшение, все, контакт произошел, начинайте что-то радикально делать. Начинайте плясать, подпрыгивать, шевелиться, делать что-то, что вам было тяжело. Я помню, одна сестра, у нее проблемы с клапаном сердца, ей нужно было операцию делать, денег не было. Она чувствовала задышку и определенную боль постоянно в клапане сердца. И вот было служение, и было слово знания. Сейчас исцеляется, как раз у нее был второй клапан, и было слово, как раз именно второй клапан, вот сейчас чудотворение, он полностью, Бог совершает чудо там. И она почувствовала, как раз, и ей стало легко дышать. И она потом вышла и говорит, а я вот не знаю, я исцелилась или нет. И ей дали совет. Сейчас выходи и беги. Куда? Вот с здания выходи и беги. И там в нашем здании, где мы собираемся, Красноармейский, там до остановок, где автобусы, ну я не знаю сколько там, как отсюда до метро. И ей сказали, отсюда до остановок бегом и обратно, и проверишь свое сердце. И она выбежала из здания и побежала. И она прибежала, говорит, все, никакой боли. Все, ушла всякая боль, всякая задышка, я получила силы. То есть активная вера, вот такая. Великая вера, она проявляется. Никогда не обманывайтесь. Давайте встанем на наши ноги. Моя цель была сегодня открыть вам секрет этой веры. Вот, понимаете, это не умственное соглашение.
это определенное проявление. Это твоя неотступность получить чудо. Это твоя неотступность схватить возможность, когда она есть. Это твоя неотступность взять это. И может кому-то все равно, возможно на него руки или нет. Может... Не-не-не, будьте культурными. Не, будьте культурными, не надо, будьте культурными. Кстати, кому-то все равно, возложат на него руки или нет. А я верю, что Иисус сказал, если руки возложить на больных, они будут здоровы. А я верю, что руки — это инструмент благословения. Если кому-то все равно, тебе не должно быть все равно. Ты должен пробраться, чтобы на тебя возложили руки. В конце концов, схватиться за человека, когда он уходит домой. А можно ли это убрать? А то это мы, здесь у нас будет трагедия просто с кафедрой. Мы ее разнесем. О, Господь! Начинайте сейчас просить Иисуса. Знаете, вы слышали сегодня очень интересное слово. Это слово ничего нового я не говорил. Вы можете уйти домой прежним. Но вы можете вспомнить эту женщину. Вы можете вспомнить Бартимея. Вы можете вспомнить четырех друзей, вспомнить женщину с кровотечением. И вы можете делать так, как вы хотите. А можете стать странными. Можете стать очень странными. Вы можете начать взывать. Можете начать просить Иисуса. Можете начать делать странные вещи. Я не знаю, какие странные. Но каждый из этих людей, они сами придумали себе странную вещь. Иисус никому не говорил, кто прикоснется к моей краю одежды, тот исцелится. Иисус никому не говорил, кто войдет ко мне домой, тот исцелится. Иисус никому не говорил, кто разберет крышу, тот получит исцеление. Они сами это придумали, они сами были странными. И Иисус ответил на их странность. Получите свое чудо. Будьте странными, будьте взывающими, будьте живыми. Просите Иисуса, прикоснитесь своей верой, прикоснитесь к Нему своей верой.